Всем привет! Меня зовут Валерий Щербаков. Сегодня мы будем рассматривать пазлы деревянные. Вот, решили снять небольшой видеообзор, чтобы было понятно и ответили на вопросы, которые часто нам задают. Для начала рассмотрим упаковочку. Вот, упакован пакет, защита от влаги, станочек там, в принципе, ложится пазл, накладывается пакет, ну, термоупаковка, грубо говоря. Распаковав пазлы, вот, мы видим, что сделано из дерева. Вот. Сразу пошел такой приятный запах. Вот. Ну, интересная, в принципе, коробочка такая. Открываем ее. И там у нас уже идут наши непосредственно пазлы. Вот. Сама коробка идет 14 на 14 и 4 сантиметра в толщину. Каждый персонаж содержит в себе разное количество пазлов. То есть, вот мы их высыпаем и уже, думаю, начнем свою сборку. Все детали сделаны из натурального дерева ХДФ. Вот, это некоторые выполнены в виде каких-то там животных, да, то есть, смотрите, это вот, например, бабочка, это какой-то вот попугай. Вот, и таких персонажей здесь, в принципе, около 30%. То есть, вот у нас тоже еще один есть попугайчик здесь. Вот, ну, у нас, в принципе, тема птица, значит, идут птицы. Вот еще вот нашел такого тукана летящего. Что у нас тут еще? Вот еще один попугайчик, то есть, да, то есть толщина пазлов 3 миллиметра. Вот, материал, повторюсь, ХДФ. Так, ну что ж, начнем сборку. В собранном виде они не разваливаются. То есть вот и так, как угодно. То есть их можно вот крутить, вертеть. То есть все держится хорошо. Очень часто слышим вопрос, какого размера сами пазл в собранном виде. То есть, как видите, это формат А4 помещается, то есть, на обычном листе А4. 23 на 19, насколько я помню. Ну, на сегодня, друзья, все. Пазлы собрали, обзор закончен. Вот, надеюсь, ответили на многие вопросы, в принципе, их было не так уж и много. Под конец хотел бы сказать, что сами пазлы, как подарок, отличный вариант. Вот если нет мысли о том, что подарить своему там другу, знакомому, любимому, ребенку и другому человеку, хороший вариант. Так что подписывайтесь. Завтра будем приклеивать это все на пленку. Вот видео, как мы это делаем, да, конечно же, снимем. Вот и повесим у себя на стене. Всем пока!